Хей, Ютубу, хей, ВК, с вами Apple 3.2, и да, сегодня с вами продолжаем играть в Garry's Mod, и... Короче, сегодня мы с вами играем в карту под названием Scare Zone. Сегодня я... у нас с вами совместка вместе с The Nane. Вот он, вот стоит такой вот красавчик. Давай, скажи что-нибудь. Здравствуйте, здравствуйте. Я The Nane. Вот, да. Как-то вот так. Так, наверное, нам туда идти. Наверное. Давайте пойдем, давай пойдем. О, поезд. Это что за звуки? Опа. Бункер. Fallout. Вскрываем. Что ж нас ждет там? Черт его знает. Никто не знает. Опа, тихо. Блин, ну ты же Fallout. Закройся, как говорится. О, продвигаемся, так. Проходим. Заходи. Я за тобой. Темно? Так, немножко мы опять в сиамских близнецов превратились. Здорово. Ты это слышишь? Я даже вижу, вот он лежит. Ё-моё. Ладно. Капец. Еще один щелик. Ладно. О, свет в конце туннеля. Это не добрый знак. Особенно тут двери. Так, библиотека. Так, тут проход. Как-то надо. А, вот, вот так все. Что тут написано? А, я не успел прочитать. Ладно, пофиг. Вот написано. Сейчас фонарик отключить. Ear protection must be worn in this area. Короче, надо уши, короче, защищать. Ага, ладно. Бля, кстати, без света еще прям вот страшнее выглядит на самом деле. Я, наверное, без света сейчас буду ходить. О, ну да, кстати. Ха! Да как он задрал уже появляться. Так ё-моё. Ну-ка, давай ты первый. Нет, давай вместе, давай вместе. Раз, два, три. А! Ты видел это? Я... Да. Так, нам опять придется перепрыгнуть. Оп. Подожди, ты где? Я перепрыгнул. Нам сюда идти. Так, проходим. Отель 313, 312, 311, 310. Красивое число. 313? Да. А, ведь понятно. Счастливое число. Ладно. Допустим. Конец души взять не могу. Это плохо. Ну да. Дверь. Тут кровь. Я бы лучше бы не ходил, но ладно. Кладовка. Так, не понял, что я не могу. А, все вот. Так. Так. Дверь. Это, походу, твоя хата. А, да, точно. Кстати, как там Гош поживает? Он там в ванне вроде как живет. Нет. А где Гоша? Нету Гоши. Все, нету больше Гоши. Гоша. А он таким был хорошим. Кальмаром. Так. Кальмаром? Чё, бля? Игра в кальмара. Да не важно. Чего? Какая еще игра? Не важно, забей. А что стул? Так, ну походу сюда. О, слушай, это тот раншот для... Да ё-моё. Автомата, кажется. Нет, для... Подожди. Для пистолета. А, для пистолета? Кстати, может, циркулярка поможет. А, я не могу ее взять, ладно. Пофиг. Так, ну сюда никак я не могу проникнуть. Может, типа, какая-то тут работает? Так. Слушай, это не поворачивается, хорошо? А! Я только хотел свою значку достать.
Это, кстати, Может, еще тут что-нибудь есть? Не поворачивай. Уйди, уйди, уйди. Не поворачивай, не поворачивай. Сейчас достану, хорошо? Так. Так. Не смотри, главное. Ну так. ладно. Так, где она тут? На нах. Во! Слушай, как там? Она нам понравится? Вообще-то это я должен делать, ну ладно. Чё? Так, ладно, уберу-ка лучше. Так, да, опа. Василич референс. Так, чё, это, походу, тоже надо сломать как-то? Или чё то вообще? А, в натуре. Ломай её. Оно... Только я не понимаю, как я кулаками это все ломаю, ну ладно. Подожди, а там ломается? Стой. Нет, тут не ломается. Больно. Всё. Проходим, сорян, не хотел. Ничего, прощаю. Так, давай. Поехали куда-то. Ага. Походу в ад поехали, все. О, я там говорил. Грешки обратно отстаивать. Вернее, наоборот, убирать. Так, что тут? 1-104-1L. Понятненько. Поехали. Откройте. Опа. А, вот так оно работает, да? Харе это, ржать. Чё ржёшь? А! Ибо чё за дела? Чё происходит? Ломай. Щит. Подожди. Так, подожди, лабиринт. Стой, ты где? Стой, тут? Подожди. Не уходи без меня. Я перепрыгнуть не могу. Да кару... А, ладно, ладно. Сейчас ты проверёшься. Да. А, господи. Ой, бля, немного запутался. Чего куда дальше? Так, сюда, сюда. Чего? Ты где? Да ты не заметил, короче, скример на меня вылетел. Тут кнопка. Ну-ка. Какой-то голос знакомый. Что? Он сказал, что ты красава. Я понимаю их язык. Понятненько. Дверь. Слушай, странная музыка. Так, давай, твои, твои правые, мои левые. Чё-то, по-моему, ни хрена, какая-то не хоррорная, ну, допустим. А! Чё за дичь вообще? А, подожди, это задумано, что ли? Ладно. Ну, подожди. Подожди, тут направо есть выход. Тут направо есть выход. Еще тут какой-то. Подожди, какой-то секретный ход еще. Подожди. Подожди, может разбить как-нибудь мой? Нет. Подожди, пошли направо. Пошли направо. Сам он лох. Он сказал лох. Если что. А, нет. Тут нет. А, стой. Что? Я прошел куда-то. Подожди, ну-ка. А, во! Тут того было немного. Здорово. Сиренка. Я с ней давно был знаком. Был. Да что это за хрен такой? Что это за крик, ё-моё? Что за очень страшное кино пошло? Ну, не знаю. А это? Палач какой-то. Ключ. Отдай ключ! Отдай ключ, тварь! Странно слышать это, конечно, от соседа, ну ладно. Тут, короче, дед. Дед. Дед, ладно. Он и в Африке дед, ладно, пошли дальше. Ой, сиренка? Крик? Бля, чё-то, по-моему, это из хоррор-карты как-то перешло в какую-то непонятную, знаешь, комедию. Ну, слушай, есть такое. Чё за дела? Чё-то вообще нельзя? Подожди. Там что-то есть, но оно... Блин, ну а, оно открылось, можешь... оно открылось, подожди. Вот, я могу пройти. Постой, пойти. Ну-ка. Ой-ой-ой, у меня глаза что-то... Слушай, я как-то себя не очень хорошо чувствую, ну нахер. Меня тошнит. Ой. Чё за наркомания пошла? Я опять где-то появился. Ладно, беру со слова обратно, карта снова перешла в хоррор, только какой-то... А, психологический! Всё, я... О! По-моему, еще лысяне. Че происходит, блядь? А, слушай, зачем ты меня позвал на... Ладно. Клоуны.
Оу, щит. По-моему, ты боишься клоунов ведь, да? Ты где? О, меня кожное лицо съел. Поздравляю. Я тоже. Так, вот тут надо сейчас аккуратно. Оп. Здрасте. О, ну это точно из сияния. А, и все? Слушай, ну это, кажется, время для одной вещи. Какой? Танцы! Бля, надо будет скачать потом эти танцы, которые в Гаррис моде. Ну ладно. Вот такая вот карта. Что-то странное какая-то. Честно, я что-то ожидал большего. Как ты думаешь, может еще куда-нибудь зайти? Ну, почему бы и нет? Подожди, я хочу в бассейн. Короче, у меня есть вторая часть этой карты. В принципе, туда сейчас можно зайти. Потому что как слишком это мало. А, понятненько. Не заходит. Понятно. Ладно, тогда давай следующую карту. Так, вот у нас, короче, вторая карта. Scare Zone 2 называется. Как тебе, короче, та карта? А, чё? А, карта? Семерка. Страшная, конечно, но не так уж сильно. Надеюсь, будет это лучше. Ну да, я тоже надеюсь. В принципе, по-моему, она пообещающе выглядит. Что? Чё? Что это за херня? Что? Куда? Да что за херню? Что за херня тут происходит? А, ты... А. Прикольно. Знаешь, как у говорят... У тебя, кстати, заходи... линзы шлема выглядят прикольно здесь. Ладно, давай, погнали. Знаешь, как говорят, не заходи за дворик. Вот ты сейчас зайдешь за него, походу. Ты это видел? Да видел, конечно, я прям перед ним встал. О, нет, дверь в конце туннеля. Не, все, это по-любому еще где-то тут скример будет. Иди, давай, давай. Не беги. Подожди, давай вот чисто вот пешком. Как герои этих ужасов, ужастиков. Выход. Наконец-то мы выйдем из этого безумия. Не надо! Не надо! Да не надо! Да-да, не надо! Нет! Иди в жопу! Не бей меня! А! Так, немножко опять мы в сианских лизов превратились. Часы. Какая музычка. Здорово. Хай. Хай. Фига ты урод, конечно, ладно. Вот. Прошли. Можешь чуть-чуть выйти, да, спасибо. А, стоп, не понял, подожди. Вы что, не прошли никуда, что ли? Нет. Вот так вот, вот. А! Оно! Нам, походу, не туда. Да, нам, походу, однозначно не туда. Опять он! Да сколько можно-то? Так. Сюда, сюда, здорово. О! Тебя я в прошлый раз видел. Так, не понял. А, нам сюда, все, понял. Murder Right. О, нет, это. Давай ты первый. Давай. Murder Right. Типа смертельные американские гонки. Горки, что ли? Гонки, блин. Так, не понял. И чё? Открывай. А, разбить надо было. Фига я мощный, конечно. С одного удара просто разбил дверь. Тебя дверь убил? Rules. Stay inside the car. Flashlight off. Don't touch the ghost. Enjoy your ride. Походу нам вагонетку. Подожди! Нет! Куда? А, ну быстро мы, конечно, приехали. А ты где вообще? Я иду. Техника ниндзюцу и телепортации.
Походу, я поздравляю, мы чуть сломали карту. А, нет, или не сломали, я не знаю. Подожди, ты вот здесь? Вот он. Я так. Здесь. А я сюда пройти не могу, значит, нам надо, походу, опять сюда. Вот сюда. Давай, садись. Сейчас. Стой! Где? Нет! Нет! Ух ты, ё-моё, что... Фонарика не чувствую, не вижу. Типоуз. Ты где? Давай, пока есть время, это... Лети до меня. Так, ну ладно. О, вот, ты рядом. Давай, вагонетку, вагоне... Стой! Господи, я встал. Куча могил. О, здорово! Ты вовремя. Наконец-то все. Мы воссоединились. Я просто маг, если что. Да. Кыш, кыш. Иди вон. Не, сейчас надо вот так. Ой. А. Ну да. Ну да. Спасибо. Да-да. Слышишь меня? Вот, вот. О, здорово. Так. О, привет. Не, подожди. О, все. Вовремя. Что происходит вообще? Эксит. Ну, походу, надо выйти. Да, я, пожалуй, выйду. Fried chicken. А там что? Стой, стой, можно туда? Там ничего. Наверное, тут типа два прохода. Ну давай, короче, тогда... Я вот так и думал, смысл, что надо сюда идти вперед. Ладно. Все закрыто, походу. Закрыто. О! Опять сияние. Ой, или это не сияние, не помню. Сейчас, это... походу, они на нас сейчас полетят, я тебе говорю. Темно как-то. О, светло. Ну да, темновато. Ой, темно. Слушай, мне когда-то что-то не нравится. Да мне тоже. Ой, а, они ушли. Понятно. О. О, опять хиш Джонни. Что это? Че за? Я нажал, походу, на что-то. Ничего не вижу. А теперь? А! А, мы застряли в друг друге, подожди. И чё, смысл? Чё-то я сам чё-то не понял. А-а-а! Что? А-а-а! Ой, нет, опять головокружение, только не это. Я не понимаю, где реальность, а где? А где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На ту. Ну нахер эту комнату. Да хватит! И что с тобой происходит? А куда идти? Вперед, естественно. А где вперед? Ну куда я бегу, туда и вперед. Ладно. Ой, у меня что-то голова уже погруживается. Так, опять мы друг друга. Что ж мы вечно друг в друге застреваем-то? А! Я на пульт нажал. Молодец. Но это уже было не страшно. Что за дичь вообще происходит, блядь? О, слушай, это, походу, твоя хата уже. Да, это моя хата однозначно. Вот телек. Опять может, темно. Надо расхерачить? Опять темно. А может, типа, вот, что-то с этой картиной надо сделать? Я что-то... Ну, извините, я не хотел картину ломать. Что ж это, орёте-то сразу.
Ну-ка, подожди, может, уже можно? Нет. А может, шкаф этот сломать надо? Давай попробуем. Может, надо вообще телек тут как-нибудь разломать, расхерачить. Лампа. Шкаф чё? Не ломается. Тумбочка тоже. Полки тоже. Так, я не понял. А, подожди, шкаф тут упал. Что он, да, типа, повернись назад. Я шкаф расхерачил, что за дела? Повернись, ну... Тут кукла была. Да, вот она и есть. О, открылась. И это все? Что за дела вообще? Что это было? Это... В смысле? Что происходит, блядь? Что это за трэш? Что за дела? Подожди. Блин, может... я когда скачивал это, я думал, что это реально какой-то хоррор прям хороший, а на деле, что это вообще? Прости. Прости, но так будет лучше для всех.